Недавно в университете мы писали очень сложный тест по английскому языку. Мои одногруппники очень беспокоились. А когда на занятии нам раздали тест, мой сосед по парте повернулся и сказал: «Да, у меня глаза на лоб полезли за это здание». Я видел, что его были очень удивлен, но его глаза были на месте. Тогда почему он так и сказал? Выражение «глаза на лоб полезли» означает крайнюю степень удивления, испуга, неожиданности, проявление излишней эмоциональности, когда от удивления увеличиваются глаза. Это один из тех случаев, когда фактически сам фразеологизм дает ответ о своем происхождении. Наверное, каждому известно состояние сильного удивления. В этот момент глаза широко раскрываются, кажется, что они поднимаются чуть выше, как будто лезут на лоб. Фразеологизм «глаза на лоб полезли» мы используем, когда говорим о состоянии сильного удивления, недоумения или страха. Например, недавно с иностранными студентами мы говорили об эмиконе, или, как его еще называют, полюс холода. Когда студенты узнали, что самая низко зарегистрированная температура в эмиконе минус 70 градусов, они были так удивлены, что у них глаза на лоб полезли. На моем родном языке это звучит так. Se me subieron los ojos a la frente.